Компания ECO представляет автомобильный компрессор AE011-1. Комплект поставки включает руководство по эксплуатации и сам автомобильный компрессор. Обзор конструкции компрессора. На передней панели расположены кнопка включения и выключения компрессора для автомобильных покрышек. Кнопка включения и выключения насоса для накачивания надувных лодок, матрасов, бассейнов и тому подобное. Манометр. Внутри манометра находится регулятор для установки давления автоматического отключения. За черной крышкой находится отсек для хранения сетевого кабеля, и шланга. За зеленой крышкой находится отсек для хранения переходников. Данные переходники применяются для накачивания надувных лодок, матрасов, бассейнов и тому подобного. Под кнопками находятся выходы для накачивания и спускания изделий, к которым подключаются переходники через шланг из комплекта. На рукоятке находится кнопка включения и выключения фонаря. Рекомендации по эксплуатации. Перед началом эксплуатации заведите автомобиль, чтобы избежать разрядки бортового аккумулятора. Установите штекер компрессора в гнездо прикуривателя. Присоедините шланг компрессора к ниппелю автомобильного колеса. Установите регулятором необходимое давление. Нажмите кнопку включения компрессора. При достижении заданного давления компрессор отключится автоматически. Отсоедините шланг от колеса.